Всем доброго времени суток. Выбрался сегодня на рыбалку. Река Припять, Припятское Полесье. Вот на лодке переплыл на другую сторону. Вон наша машина с той стороны стоит против солнца. Не знаю, видно, не видно. Здесь такой небольшой зарожек. В нем мы поставим ставки, колобашки. Такие вот я делал самодельные. Живца немного, удобно заловить, всего лишь, наверное, 5 карасиков. Их там не видно, вода мутная. Зато погода потише была, сейчас 12 дня уже. Ветер немного лодку сносит. Так что снимать особо не удастся, как будем ставить ставки. Будем результаты смотреть. Потом как поставим мы живца, поплывем, здесь коса возле зарога, ловить на джиг поплывем. Уже вон кто-то ловит туда, к мосту, там мост через Припять. И там рыбачок есть, но рыбаков немного, всего лишь 2 человека видно на воде. Утром было всего лишь 2 тепла, ночью заморозок. Посмотрим, что будет. Погода сегодня солнечная. Позавчера была солнечная, вчера дождь шел, пасмурно. Сегодня опять солнечная. Может, после непогоды будет что ловиться. Сейчас выставлю я ставки, колобашки. Потом уже поплывем на джиг ловить. Там заякоримся. Можно будет поснимать немного процесса. Неудобно и гребти вместе, и снимать, и ставить. Здесь вот, где мы находимся, отмель небольшая. Дальше метров 30, где-то 20 яма. Около 6-7 метров вода поднялась за последнюю неделю. Будет где-то метров 6 яма глубокая. Вот возле ямы на отмель мы раскидаем живца. А потом поплывем возле ямы на косу. Попробуем на джиг ловить. Выставил я 4 колобашки. Только что проплыла у нас баржа. Вон она еще плывет все. Поплывем сейчас на косу. Ловить на джиг. Как раз баржа прошла. Рыбу немного погоняла грузом. Сзади тянется обычно барж. Будем пробовать ловить. Подплыл вот еще один рыбак только что. С
стану рядом на косе, будем пробовать, что словим, не словим. Колобашки пускай стоят. Выставлял здесь больше 3 метров глубины, где вот центральные стоят. А там, что вот напротив дерева этого, и вот это, здесь помельче немного. Ну, больше не буду выставлять, время много отнимает, ветер. Приходится якориться, чтобы поставить. Первую без якора выставлял, так снесло. Ну, опять вот не ждет нас. Ладно, поплывем ловить на яму, на джиг, возле ямы на косе. Продолжаем ловить. Заякорился на косе. Ловим на джиг сейчас. Лодка на одном якоре стоит, плохо. Вот у нас открутили, кончик отыгрался, опять открутили, опять отыгрался. Уже со мной здесь 4 лодки стоит, все вон спереди, один далеко, возле моста. Там, где они стоят, там посреди реки Корж здоровы. Вот дерево. Здесь у нас получается с дорога, где мы ставили ставки. Идет коса. Вот здесь вот коса идет, где мы стоим. Там вон ямы. Чебурашку я сам делал, и также тройник внутрь заделал в рыбера, потому что с одного схода часто много. Так получается нормально. На воде, конечно, снимать не очень удобно, если негде камеру пристроить. Сейчас забросим. Результаты покажу. Покуда что тишина. Если что, бросаем здесь, поплывем туда дальше. Там более уже выход с ямы. На выходе попробуем. Здесь у нас получается касается славы яму. Чай, солнце, руки мерзнут на воде, особенно после как на машине. Ну, будем ловить. Иногда рыбодельник клюет, потом за 10 минут до 20 отловишься еще. А раньше здесь ловил на джиг, но это было уже, наверное, лет 10 назад. Ну, не 10, но 7-то точно. Словил тогда на 3 килограмма щуку. Много сходили, щуки также. После чего решил вот сделать. Сделать тройника в приманке. Высмотрел где-то. Тройником то надежнее будет ловиться. 3 куска. Ставки пока молчат наши. Может, что к вечеру и клюнет. Сейчас у нас такое время, что даже живца негде словить летом даже.
пересыхало это эти два года все. У меня здесь живца словить. Ну вот словил штук 5, наверное. Если никто не пожует за сегодня, так снимем, оставим на зиму. Будем уже лет до 100 ждать. На ставке половим. Ну вот, проплавал я уже много, бросал, ничего не было, подплыл до ставок, и вот на ту ставку, что вдали видно, не знаю, стал вытаскивать, хотел переставить, а что-то там есть, думал, что трава, а такая вот щучка у нас. Большая, конечно, где-то грамм на 700, но так как ничего не клюет особо, так нормальная и такая, на поджарку будет уже. Еще осталось 2 живца у меня, мои, что поставить, пускай стоят, вдруг что-то клюнет. Поплыву в ту сторону, поставлю глубже в дорог. На реке ветер, холодно там, волны большие, так я переплыл сюда в дороге, кручусь, думаю, что-нибудь словлю, буду бросать. А уже вечером, когда стихнет ветер, поплыву на судака. Конечно, на воде не очень-то тепло сегодня. Плавает у нас трава. Занесло к берегу лодку. Сейчас выберу ставку получше, колобашку. Думаю забросить. Те вон там стоят, а это я сюда 2 штуки еще кину. Может что еще и клюнет за день. Конечно, вчера пасмурно было с облаками, так потеплее, это прояснилось, так холодно. Ну, погодка такая ясная, хорошая. Короче, сейчас заброшу еще пару живцов, пускай ловят, а мы будем бросать ходить спиннинга. Здесь у нас уже берег. Пойти что ли прогуляться по берегу. Сейчас я выплыву. Падает фотоаппарат наш. Ладно, тут, наверное, пешком выйти можно. А не, глубоковато, сапоги короткие. Это, а вот вышли, мы на берег. Лодочку сейчас подташим. Надо ноги разомнуть. Это здесь тропа. Бобры, наверное, ползают за ветками. Бобров много. Прогуляемся, посмотрим, что здесь. То сколько сюда не ездил на рыбалку. По берегу редко ходил. Целая поляна. Трава, конечно, глубокая, по колено. Такая вот у нас полянка возле речки.
трава повыше пошла. Конечно. Поджигать интересно, да? Холодно на такой воде. А было штаны потолще одевать. Уже колени замерзли. Сверху туда хорошо закамуфлировал, сейчас снизу плохо. Колени мерзнут. Вот наши ставочки стоят. Не знаю, будет видно, не видно. В этом затоне. На 2-3, вот это что, самое ближнее. Это сработало уже. Надо переставиться еще, посмотреть, может, я штука будет. Пойду до лодки. Там мы ее забросили. Ладно, покуда выключаю. Будет что интересное, что будем дальше записывать. Вот разложила костерок. Решил немного погреться. Покуда добывал ветки, так и так согрелся. То на лодке сидел столько уже, так подмерз. Уже у нас 14:25, 2 часа на воде, на лодке, без движения, холодно, так как уже ночью заморозок был, воздух холодный, да еще и ветер поднялся, немного погреемся. Да поплыву я еще ставок пару брошу. Еще 2 живца есть там у меня. Вечерком попробуем на закате уже на судака поджигать. Уже 1 щучку поймали небольшую. То хорошо. Костерок, конечно, небольшой, стали грея. То есть он большой, сухостой стоит, но его сломать нельзя. Надо, наверное, наверх залазить. Неохота. Так что он наломал, что валяется под ногами. Бобры позгрызали. Руку пропалил. Немного посидим возле костра. Да можно будет плыть. На воде не видно, чтоб что-то клюнуло. Там колобашка стоит, не ворушится. Также не видно. А дальнее на волне не вижу что-то. Там их переставлю немного. Конечно, хотелось бы на спине что-нибудь поймать. Поинтересней.
ветерок, конечно, еще больше поднялся. Хотя в этом затоне потише было, волны не было. Сейчас уже и сюда волна пошла. Будем надеяться, что к заходу солнца все-таки притихнет немного ветер. Опа, еще откуда были. Чем? Костерок добавим. Может, для костра получше, чем на лодке. Пошла трава горит. Это возле костра подсохла, а там она влажная. Может, не позже. Не так придушим. Это вот у нас верба. Бобры подгрызли так. Зубы, конечно, крепкие. Обглаздывали все. А там где-то на воде оплавал их целая куча веток, почему запасаюсь. Трава прогорела после костра там. Еще минут 5 я посижу тут. Поплыву, выброшу еще пару колобашек. Будем надеяться, что сейчас что-нибудь поймаем. Ну, уже не зря приехали. Я уже на рыбалке, наверное, месяца два не был. Может, даже и больше. То пчелы, то лев. Некогда было ездить на рыбалку. Да и рыба не ловилась особо. Сейчас вода поднялась, рыбаков поменьше уже. Так она поспокойнее стала, а то все моторами разгоняли. Ну вот мужики, слышал, говорили, что вчера судачка споймали вечером. Также ловил, так в сумерках в основном поклевывали судаки. Так что днем так редко. На чтобы была непогода или дождь какой внезапный, то бывает перед грозой вот судачок проклевывается, когда гроза уже начинается и дождь перед самый-самый момент. А так чтобы днем так редко клюет, ну не знаю, это у нас так, на хороших водохранилищах можно по-другому. Припять за последние эти годы совсем. Мало что обмелело, так и рыбы нету. Да что арендаторов сильно много развелось. Повылавливали все не водами. А мы покупаем уже путевки на пустую речку. Ну вот вышел указ, наверное, и отменят. Было бы хорошо, конечно. Арендурек, чтобы отменили. Потому что арендатор ничего здесь не делает, только мусор разводит, да и все. Да всю рыбу улавливает. Не водами. А нам и удочкой нельзя половить. Надо платить им за то, что они все выловили. Вот. Немного уже прогрелись. Сейчас поплыву. Брошу шесталки эти две. Сколько живца осталось у меня. Пускай стоят. Да поплаваем по речке.
ямки. Подруг что-то клюнет. То что-то вечер еще далековато. Часа где-то 3, покуда стемнее. Вот на закате поплыву. Побросаю, да и домой уже. Результат потом покажу, что за день у нас поймалось. Ну как потеплее было, так интереснее, конечно. Покуда отключаемся. Ну вот, уже 5 часов вечера. Я все ловлю на джиг. Был ударчик. Судачок схватил за хвост и отпустил. Потом после где-то забросов 5-6 все-таки он взялся. На один крючок сел за угол рта. Все-таки я его выводил. Такой вот небольшой судачок. Может грамм 800, может килограмм где-то. Ну и то интересно. Уже у нас щучка и судак. Солнце уже садится. Так что будем ловить. Самый клёв должен быть, когда уже солнце село и сумерки. Сам момент вываживания это не могу снимать, то что руки заняты. Ну вот результаты покажу, что попадется у нас еще. Солнце уже на горизонте. Позади стоит рыбак у меня, также словил судачка. Наверное, час назад небольшое такое. Их больше здесь и нету, наверное. Максимум я ловил на 2-2,5 килограмма. Там еще у меня ставки стоят. Колобашки. Посмотрим по возвращению к машине, посмотрим, что на них может и слоиться. Там яма рядом. Получается, на край ямы поставил, на отмель и на самой яме, возле края, то может попадутся и судаки даже. На колобахе они попадаются. Это я одной рукой бросал так недалеко, забросил. Мы будем продолжать ловить. Ветер немного уже стих, более-менее нормально на лодке стало, то был ветер, так холодно. Будем продолжать ловить, что поймается, покажем. Ну вот, солнце уже село. Кажется, и судак должен клевать, ну нету покуда. Был вот один сход, поклевка сошел, бросил сразу почти. И все. Ветер у нас уже стих, стало тихо, нормально. Уже по возвращению домой в дороге проверим ставки наши. Ну уже будет, наверное, темно, покуда я туда доберусь. Еще хочу побросать немного. Так что результат у нас сегодня за день вот такой. Судачок и щучка. Может еще что изловим. Если что изловим, так выложу в конце видео. Сейчас я заброшу. Он туда к берегу забросил.
там недавно сошло что-то. Рыбы в речке мало, вода поднялась. По сравнению с летом, наверное, метра на полтора. То, что берег был там низко, сейчас уже кверху затопило. Вылазил я. Глубоко стало. Ну, судаки они держатся глубины. Здесь нормально, так прилично, наверное, метров пять я веревки спустил на якоре. Можно сказать, результат есть сегодня. В следующий раз уже не знаю, когда поеду. Вот стих ветер, тучи пошли на горизонте, такие дождевые видно. Дождь ночью будет. Может, и завтра. Так что будем на этом заканчивать, думаю. Если что, еще словлю, так выложу в конце видео фото. Ну а так, думаю, сейчас бессмысленно снимать и ловить вместе. То, что неудобно забрасывать, только путаться будем. Это я брошу так на 10 метров. Ну вот, уже на улице темно, на речке тоже. Побросал я на судака еще где-то так до притемков, решил собрать уже ставки. Короче, заплыл, 5 штук нашел, 6 не было. Искал его, уже темнеть начало. Я поплыл возле самого-самого берега. И она вот была кверху красным, в самом берегу траве. Там, где мы костер днем полили, буквально на том же месте. Я стал тянуть, штука активно сопротивлялась. Думал, может, сошла уже в траве или что. Она активно так сопротивлялась. Вот. Думал, сойдет. Аж не, вытащу все-таки. Подсакаю. Подсакаю, вытащу. Но она вот нормально так крючок сидит в уголке. Ну если бы хорошо рванула, может и сошла, может и не. Ну засела. В итоге мы словили сегодня рыбы. Это карась уже живет. Порезанный, он помер. Ну это мы котам отдадим, у нас 10 котов. Судачок такой. Наверное. Почти с килограммчик будет где-то. И еще одна штучка. Немного поменьше этой. Буквально вот. На 2 сантиметра. Меньше. Ну вот, за день словили мы 2 штуки и судачка. Нормально так получилось. Конечно, если взять, то мы ловим где-то с 10, я поехал с 11. Ну, около 12 часов дня поехал. А уже, наверное, сейчас у нас... Сейчас посмотрим. Вот. Темнее сейчас рано. Уже 18.46. 18.46. Я уже выплыл, лодка там перевернул, вода стекая. Завел машину греется. Ну и фары засветил, чтоб видно было, что словили мы. Так больше судачок и не клюнул уже. Бросал я уже по пути назад к нашим сталкам. Немного побросал еще в пару местах и все. Так ничего и не попалось. Уже хотел не искать эту ставку, но
Думаю, да, еще проплывусь по самому берегу, по острову. Плавал буквально метров еще за где-то 50. Думал, может, оттащило далеко. Аж не нашел. И решил возле травы проплыть. И вот она возле травы была. В самом-самом берегу буквально, там, где мы костер отпалили. Где костер. И там в траве, где вот я вылазил, там она в траве то и была. По колено глубины затащила. Когда стал ее вытаскивать, очень активно она сопротивлялась. Думал, сорвет все-таки крючок. Так как я этими ставками уже не пользовался, наверное, лет 6, то они у меня лежали. И есть такое, что на вертлюгах, если они ржаветь, имеют свойства. Но это тут хороший вертлюг. То вертлюга, это если ржавые, они разрываются. Ну, здесь повезло, вертлюг нормальный, да и крючок держался. И то я эту штучку вытащил, крючок отдать не хочет. Отдавай, давай, крючка. Ладно, достану уже после того, как фотоаппарат. То, что одной рукой неудобно. Вот наш результат. Еще раз две штучки, судачок. Ну, думаю, неплохо. Килограмма 3 будет рыбы. На этом будем мы заканчивать. Сегодня рыбалка уже окончена. Сейчас я лодку спущу, погружу. Всем спасибо за просмотр. Смотрите мои новые видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментарии пишите. Всем удачи, до свидания.